Ну что, друзья, направляемся на прогулочку, которая сегодня будет очень-очень интересная. Оставайтесь до конца, потому что в конце я вам покажу потрясающе красивые места. Поэтому смотрите это видео до конца. Он не хочет от меня уходить. Вот красавчик. Как дела? Как тебя зовут? А? Всем привет, друзья! С вами снова Денис Кухта. Сегодня я выбрался на природу один прогуляться. Вот здесь сейчас я буду гулять в Альпах, дышать свежим воздухом. Но перед этим надо обязательно зайти... О, какое солнышко! Зайти в Билу, купить что-то вкусненькое и направиться уже в поход. Возьму себе еще пополни и два бутерброда. И все. И на выход. Кое-что себе прикупил поесть. И на улице сейчас надо как-то маску снять. На улице потрясающая погода. Блин, неужели? На улице потрясающая погода. Где-то 6-7 градусов тепла. Потрясающая везде здесь красота. Посмотрите, как красиво здесь. И я сейчас со своими вкусняшками направлюсь в Альпы. Так, где-то у меня здесь еще был рюкзачок. Мой дежурный рюкзак Final Fantasy. Сейчас мы сюда загрузим. Взял такие вот печенья. Мюрптайк кексы. Давно такие не ел. Должны быть вкусненькие. Взял бутерброды. Два бутерброда больших. С ветчиной. И взял какао-миль. Вот я и приехал в одно из моих самых любимых мест, где я смогу прогуляться, подышать свежайшим альпийским воздухом и, конечно же, полюбоваться красивой панорамой. Какая тишина здесь! Как здесь красиво! Вау! Вот это да! Вот это вид! Посмотрите, друзья, какие виды! И я сейчас направлюсь вот сюда, в лес, вот туда, наверх. Ну что, друзья, направляемся на прогулочку, которая сегодня будет очень-очень интересная. Оставайтесь до конца, потому что в конце я вам покажу потрясающе красивые места. Поэтому смотрите это видео до конца. А мы направляемся вот сюда, наверх. Будем проходить вдоль крестного хода некоторое время. Потом выйдем в потрясающе красивые места. Ну и, конечно, какие-то интересные истории я вам также по пути расскажу. Поднимаюсь все выше и выше. Нелегкая эта работа, конечно. Подниматься наверх, в Альпы. Но виды, друзья, виды просто на миллион. Вот именно сейчас, когда по всей Австрии 4-й локдаун и все закрыто,
это идеальное время побыть, наверное, на природе, погулять на природе, побыть самим собой, подумать, что-то обдумать, какие-то свои ближайшие планы, хотя сейчас планировать что-то на будущее очень трудно, потому что все меняется. Как вы уже слышали, что, возможно, с 1 февраля будет обязательная вакцинация в Австрии, локдаун будет до 12 декабря, но, возможно, опять его продлят, поэтому трудно что-то планировать. Самое основное – это сейчас не падать духом. Самое основное – это двигаться вперед, это жить своей полноценной жизнью, ну и дышать свежим воздухом, тем более, если я нахожусь сейчас в Альпах. Солнышко вообще. Если я сейчас нахожусь в Альпах, это просто грех не погулять. Я сейчас нахожусь недалеко от Вены, в Венском лесу, и гуляю, дышу свежим воздухом и наслаждаюсь вот этой потрясающей красивой панорамой, которая здесь открывается. И наш путь только начинается. Я бы даже сказал, путь воина. Путь самурая. Друзья, не унывайте, все будет хорошо. Все будет замечательно. Мои видео помогут вам пережить это трудное время. И пройдет еще какое-то время, все закончится. И вы будете себе это вспоминать и думать, вау, круто, что мы смотрели видео. Денис нас выгуливал и в Венском лесу. И везде, где только он гуляет, и Шенбрюна, и все-все-все вместе. И я от вас только жду, друзья, лайка, ну и комментарии под этим видео. А я направляюсь сейчас дальше. И сегодня я буду очень долго гулять. У нас на часах 11:30. Гулять я буду, наверное, минимум 2-3 часа. Дышать свежим воздухом. Сейчас я прохожу вот такие вот остановки. Здесь находится путь Иисуса Христа, то есть крестный ход. И это мы видим четвертая остановочка, где Иисус, написано, встречается со своей мамой, с Марией. Видите, как все красиво сделано. И такие остановочки идут, идут, идут. И всего таких 14 остановок. Я обязательно через какое-то время буду устраивать пикничок. Я вас приглашаю на свой пикник. И буду я его, наверное, делать, ну, в самых красивых здесь местах. Поэтому смотрите до конца это видео. Гуляю один и наслаждаюсь этой красотой. Вау, как красиво здесь. Здесь еще нет снега, как вы видите. Снег будет уже с завтрашнего дня. Поэтому я сегодня выбрался в Альпы, чтобы еще вот такой солнечный день прогуляться, подышать свежим воздухом. И с завтрашнего дня в Вене, да и по Австрии, начинается уже настоящая зима. Ой, что-то такое красивое. Что-то такое пушистое. Начинается настоящая зима. И сегодня последний, крайний день солнечный. Я так думаю, даже в этом месяце. Поэтому будем гулять, дышать свежим воздухом. И не унывать. Все будет замечательно, друзья, все будет даже лучше, чем вы думаете. Вот как-то так. Я захожу уже в дремучий лес, хотя в лесу есть и маршруты расписаны, и лавочки везде, и потеряться практически невозможно. Но вы посмотрите, какая красота здесь. Вы посмотрите, какая дорожка. Я себе иду, гуляю и просто наслаждаюсь этой потрясающей погодой. Вот это я забрел. Круто вообще. Только где-нигде слышны голоса птиц. Я надеюсь, что дикие кабаны на меня сегодня не нападут. Не хотелось бы встретиться с диким кабанчиком. Вот туда еще пошел какой-то маршрут. Видите? Маршрутов здесь огромное количество. И я пойду по тому маршруту, который я хорошо знаю. Но как-то я каждый раз, когда я здесь гулял и с друзьями, я здесь гулял и с мамой. Но у меня там есть окончательная такая точка, куда я доходил, и дальше уже я не шел.
Вот сегодня я попытаюсь пройти дальше, друзья. Попытаюсь немножечко, хотя бы на 1 километр, пройти дальше вглубь. И очень интересно посмотреть, что же там происходит. И там, я знаю, есть какая-то ферма. И летом пасутся, выпасаются коровки. Блин, здесь уже темно. Выпасаются коровки, но сейчас уже практически зимой. Их не видать, но лес потрясающий. Как такой красивый может быть лес? И вот это солнышко, которое прорезает вот эти все стволы деревьев своим таким ярким-ярким светом. Это вообще что-то нечто. Сейчас я вам покажу, переключу камеру и покажу. Вот такое вот солнце. Тишина. Никого. Ни души. Стоит лавочка. Опять остановочка. Номер 8. Видите? И вот такая вот потрясающая красота. Тишина, ветра нет. Замечательно. И с левой стороны огромный-огромный обрыв, который идет вниз. А мы направляемся по этой тропинке, которая ведет нас далеко-далеко в Альпы. И прогулочка сегодня будет просто супер. Просто отпад. Прошел уже где-то полчасика. Смотрите, сколько я уже преодолел. Туда далеко-далеко уходит эта тропа. Здесь у нас уже 12-я остановочка, номер 12. Осталось еще 13-я и 14-я остановка. И потом я буду искать где-то местечко для того, чтобы сделать пикничок, передохнуть. Потому что, друзья, честно скажу, я уже устал. За полчаса я уже устал. Грозился гулять здесь целых 2,5 часа или 3 часа даже. Ну, не знаю, как получится. Потому что все-таки здесь очень красиво. Ни души. За полчаса ни одного человека не встретил. Смотрите, какое солнце. Правда, холодно уже, но все равно. И вот там, да? Какая красота и какой лес. Потрясающие места. Так. Здесь у нас 13-я остановка. 13-я остановочка. Видите, здесь еще есть одна. Кстати, сейчас начнутся частные владения. Ну, в плане того, что частная территория леса. Но через эту территорию вы имеете право проходить, вы имеете право гулять. Вам это никто не запрещает. Только здесь просят, чтобы... Бляха-муха, как я устал. Здесь просят, чтобы после себя закрывали ворота, чтобы коровы отсюда не убежали. Вот знак, где нарисованы коровы. А здесь есть вот такие вот ворота. Видите? Вот такие вот ворота. Открываем и проходим. Все очень просто, но обязательно нужно закрыть. Все. Коровы в безопасности. Ну и вот уже последняя 14-я остановочка. Видите, вот так это выглядит. Где Иисус размещает уже после снятия с Христа, ложат в гроб, то есть в эту пещеру, которую закрывают камнем. Так, ну что, коров не видать, но зато через минут 5-7 я уже буду у первой цели. И эта первая цель, это раньше была моя последняя цель. Я дальше ни разу не ходил. Сейчас все-таки я хочу попробовать дальше пройти. Но, наверное, перед этим надо сделать обязательно, друзья. Нужно сделать пикник. Такой небольшой пикник на минут 5-10. Отдохнуть. Ну и потом уже будем направляться дальше.
Потому что уже час дня, темнеет, уже где-то 3:30-4. Главное, чтобы я с этого леса успел выйти, потому что не хочется здесь остаться с ночевкой. Да и в Альпах очень холодно. Здесь намного прохладней, чем там, где я припарковался. Наверное, 3 градуса. Блин, как здесь... Корова есть! Одна, по крайней мере. Только одна корова. Смотрите, куда я подошел уже. Посмотрите, какая красота. Не знаю, будет видно или нет. Видно, наверное, не будет, если переключить. Вот, смотрите, какая красота. И там уже находится Бауэрнхоф. Это ферма. Там находится ферма. И рядом выпасается еще одна коровка. Хотя уже холодно, и уже даже такой иней и снег, скажем так. Ну, не снег, а такой иней. Сейчас я покажу, как это выглядит. Вот видите, как это выглядит. Здесь уже снег. А за этим деревом, вот там вдали, выпасается буренка. Австрийская коровка. Я иду. И сейчас я вам хочу показать, друзья, куда я последние разы вообще, куда я доходил. Вот здесь, видите, сейчас калитка открыта. Вот эти ворота открыты. Вот они, здесь. Я всегда приходил к этому месту. Садился здесь на лавочке. Наверху находится мистический камень. И, любуясь потрясающей панорамой с этой лавочки, вот здесь я жевал свои бутерброды. Чем я сейчас займусь, наверное. Только, наверное, холодно. Может, где-то пойти лучше, где солнышко. Посмотрим. И любовался вот именно вот этой красивой панорамой. Это место, где я сейчас нахожусь, называется мистическое место Лохштайн. Видите? И вот такие вот потрясающие красивые виды. А, вот еще одна коровка. И еще одна. Вау! Сколько здесь коров? 3 коровы. 33 коровы. 33 коровы. Приветик, буренка. Вот, видите, одна корова. Вторая. Третья. И все они отсюда. В летнее время было очень много. Но сейчас холодно. Остались самые стойкие, наверное. Но виды здесь на миллион. Ладно. Что здесь еще говорить? Давайте мы здесь, наверное, и устроим пикничок. Правда, наверное, присесть я здесь не смогу, потому что лавочка холодная. И еще вся в таком инии. О, нет, здесь я присесть точно не смогу. Это лед, это просто лед. Но отпечаток руки можно оставить. У меня очень горячие руки. Дело в том, что я никогда не ношу перчатки. И шапку тоже не ношу. Здесь даже разводят этих бизонов. Видите? Но виды потрясающие просто. И такая тишина. Ветра ноль. Нету ветра. Это очень редко для Альп, для Австрии, что нету вообще ветра. Ветра здесь бывает довольно-таки часто. Особенно вот в таких местах, где я сейчас нахожусь. На верхушке Альп. Так, не знаю. Давайте я все-таки поднимусь наверх еще и покажу вам мистический камень. Может, кто-то из вас захочет сюда приехать и зарядиться позитивной энергией от этого камня, который вот там уже торчит. Добрался наконец-то я до мистического места, точнее до мистического камня. Мы видим сейчас верхушку этой скалы, видите? И сюда можно приехать, немножко подержаться и подзарядиться позитивной энергией. Именно об этом нам свидетельствует табличка, которая здесь размещена. Вот вы можете нажать на паузу и прочитать, что здесь написано. А здесь написано, друзья, что это мистическое место позитивно заряжено частицами энергии. И если мы сюда приходим, мы можем побыть на этом месте, получить огромное количество позитивной энергии, расслабиться, отдохнуть и почувствовать себя опять
полностью, как батарейки, знаете, есть батарейки, энерджайзер, как они называются, вот как эти батарейки, быть полностью заряженным позитивной энергией. Написано также, чтобы здесь камень не воровать, не разрушать, не царапать, ничего, потому что это очень-очень-очень позитивно крутое место, которое даже было в свое время учеными доказано, что этот камень и это место, где я сейчас нахожусь, излучает позитивную энергию. Об этом также свидетельствует вот эта табличка, которую я вам показал. Сейчас немножко постою, отдохну, и я здесь уже присмотрел себе для пикника очень крутое место на солнышке. Пока светит солнце, надо посидеть и поесть, скажем так, да. А я уже подошел, где я буду сейчас устраивать пикничок. Вот сейчас вы увидите это все. Смотрите, какое крутое место. Посмотрите, здесь даже вот так вот лежит бревно. Такое впечатление, что его специально кто-то так здесь сделал. И я сяду на солнышке. Бревно практически сухое, да, оно сухое. Сел на солнце. Солнце, правда, сильное, очень сильное солнышко. И сейчас буду здесь все доставать и любоваться таким еще видом. Там красивый очень вид. Бутерброд взял вот такой вот. Сейчас хочу показать. Вот бутербродик. Это бутерброд называется Semmel mit Schwarzwälder Schinken und zwei Scheiben Emmentaler Käse. Короче, это бутерброд с такой шинкой, которая там много дней, может, несколько месяцев. Как прошутто, типа, да, только вот чисто австрийское, чисто немецкое, что-то баварское, да, Schwarzwälder Schinken называется. Это в Австрии популярно, ну и в Германии, потому что Schwarzwald находится в Германии. Ну и сыр. Давайте мы это попробуем дело. Какой запах, какой классный запах. Потрясающе. Сейчас поем, отдохну, и мы еще с вами прогуляемся в сторону фермы и посмотрим там вблизи уже вот эту ферму, пройдемся, может быть, еще дальше, посмотрим. Попробуем еще одну печеньку на природе. Очень вкусные, вау, классно. Вот так они выглядят. Попробуйте, друзья, кто не пробовал. Покупал я их в Билле. Так, и обязательно нужно это все запивать какао-мильк. Ну что, я уже перекусил. И направимся в новый мир. Направимся в новые места, где я еще никогда не гулял. Вот, я уже переступил ту линию, за которую я никогда не ступал. И мы сейчас пройдемся здесь в сторону фермы, и там еще есть коровки, я вам их сейчас покажу. А пока посмотрите, какая здесь красота, как здесь красиво, потрясающе. Возле Вены, как по мне, это, наверное, один из самых лучших маршрутов для прогулочки на полдня. Здесь не трудно, здесь можно приезжать с детьми, гулять с детьми, и дети будут только в огромном таком восторге от потрясающих красивых мест. И впереди уже коровы. Я надеюсь, возле коров я пройду более-менее нормально, спокойно. Они меня там не забодают. Ну что, приветик, буренка. Тебе здесь не холодно? Нет? Вроде бы ты очень тепло одета. Но виды у тебя потрясающие. И там еще коровы есть. Сейчас мы туда пойдем. Это надо же. Вот там я был в темном лесу. Там было достаточно холодно. На солнышке так хорошо. На солнышке так тепло. Теперь я понимаю, почему здесь коровы выпасаются. Потому что здесь тепло. Еще где-нигде есть зеленая трава. Ого, какие они огромные. Вот это да. Что они здесь делают? Чем вы здесь, друзья, занимаетесь? А? Красотки. Здесь даже собачка есть. Еще здесь есть, смотрите.
Еще здесь какие-то маленькие есть. Так, как здесь пройти? Здесь мы открываем. Так. И закрываем. Все, все на честном слове держится. Коровки, еще вернусь. И собачка. Смотрите, какой хороший. Алло. Алло. Собачка пришла. Привет. Приветик, хорошая моя. Приветик. Видите, какой красивый. Пошли. И люди гуляют тоже. Классно. Интересно, куда это длится маршрут. Куда нас доведет. Собака здесь всех встречает. Всех встречает собачка. Всех людей. Рассказ. Вот смотрите, он не хочет от меня уходить. Смотрите, смотрите, что он делает. Он не хочет от меня уходить. Вот красавчик. Как дела? Как тебя зовут? А? Как тебя зовут? Скажи. Как тебя зовут? Ой. Всех провожает, всех встречает, живет здесь себе, на такой красивой природе. Только что спросил я приятных людей, которые здесь проходили, мужчину с женщиной. Они сказали, что если я буду идти прямо один час, я попаду к монастырю, который называется Кляйн-Мария-Цель. Но это очень далеко. Один час еще идти, это просто для меня не сегодня эта цель. Поэтому я сейчас еще немножко пройдусь, немножко прогуляюсь. Может быть, буквально еще 200-300 метров. И буду возвращаться уже обратно. Потому что мне собачка понравилась, еще хочется с собакой поиграться. Видите, здесь везде натянут так называемый умный пастух. Это вот такая вот веревочка. По ней идет немножечко ток проходит, да, электричество. И коровы за эту веревочку не уходят. Они выпасаются вот именно в том месте, где им предназначено. Посмотрите, друзья, я иду сейчас по асфальту. То есть там находится одна ферма. Одна единственная, которую мы только что прошли с вами. И к ферме ведет вот такая хорошая асфальтная дорога. Только к одному дому. Вот это приятно, что все заасфальтировано. Наверное, это еще одна ферма. Туда дойду. И буду возвращаться уже обратно. Потому что обратно возвращаться не так уж и близко. Наверное, часик, час 20 надо будет еще возвращаться обратно назад. Вау, а здесь что мы видим? Ну, круто. Очень. Кстати, да, мне сейчас люди сказали, что все здесь расписано. Никак, Денис, ты не потеряйся. Везде все расписано. Ты же в Австрии. Поэтому я уже вижу впереди есть таблички, где написано, куда что идти и сколько, наверное, по времени займет пешком прогулка. Ну и здесь виды на миллион. Действительно. Виды на миллион. Вот какая может быть, друзья, депрессия в Австрии? Я не понимаю. Депрессии в Австрии не может быть. Даже если локдаун, ты имеешь право гулять. Ты приезжаешь в такие потрясающие, красивые места. Сейчас очки одену. В такие красивые, потрясающие места. Берешь с собой что-то перекусить. Это для того, чтобы тебе было еще приятнее гулять. И гуляешь, наслаждаясь потрясающей красотой. Вот так, друзья, надо бороться с депрессией. А мы уже подошли к табличке, на которой написано направление. Так, мы видим здесь Виа Сакра, Тамберг, Рундвандерунг и Кляйн. А, Кляйн-Мария-Цель вот туда идет. А, вот там находится монастырь Кляйн-Мария-Цель. Далековато. А я пойду сейчас вот здесь еще немножко прогуляюсь. А, вот еще здесь таблички есть. Табличек хватает. Не потеряйся вообще никак. Все расписано, прописано. Вот вы видите крест, да? Перед нами находится крест. И здесь на табличке написано. Этот крест называется Гюбер-крест.
который был здесь поставлен в 1868 году одним плотником, которого звали Михаэль Штенгель. После того, как здесь на этом месте ударило вот в этого плотника, когда он возвращался с работы, с гор спускался вниз, ударила молния. Она его отбросила, он встал, посмотрел, что он жив, что все хорошо, и на этом месте, видите, в честь благодарности Богу строит этот крест, то есть ставит этот крест. Вот это да, вот это чудеса. Вот это я нагулялся. Вот это была прогулочка, друзья, прогулочка века. Все, на сегодня хватит. Буду возвращаться обратно сейчас. Буду возвращаться сейчас обратно домой. Кому понравилось это видео, ставьте, друзья, лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. С вами был Денис Кухта. До новых встреч. Пока.